Всем привет! Сегодня расскажу, как пройти уровень SDK2 Валан, потому что тут баг, никак не пройдешь его. Идем к воротам. Нам стрелочка показывает, что нам идти наверх. Но мы идем к воротам. Маленький прыжок. Подходим к воротам. Нажимаем Backspace. Заходим в меню Quest. Нажимаем Complete Quest. И сразу получается, мы это заканчиваем, этот квест. И у нас появляется новый квест. Станция лесная. Опять нажимаем Backspace. Заходим в меню. И телепортом проходим через ворота. Все, мы перешли. Всем спасибо за просмотр. Если помог, ставьте лайки, подписывайтесь. Садимся в Москва-дончик и уезжаем.